Как не попасться на уловки мошенников, правильно защищать свои странички в социальных сетях и каких ссылок стоит остерегаться? На каждый из вопросов ответили специалисты региональных IT-компаний. Урок по кибербезопасности или цифровой ликбез начали с практических советов. Будучи отцом двух детей, я могу сказать, что мои рекомендации очень простые. Необходимо все-таки ответственно относиться к тому, какой у вас адрес электронной почты, даже там, из чего они состоят, из каких букв, там, имя, фамилия или что-то. Естественно, что соблюдать минимальные правила там, безопасности пароля. Да? Ну и естественно, что я бы хотел, чтобы обратили внимание на переписку с неизвестными людьми. Целевая аудитория – подростки, студенты колледжа Ульяновской области. Их к всероссийскому проекту присоединилось около 60 человек. И это только в офлайн-формате. Еще почти 600 подростков внимали информацию с помощью видеоконференции. Некоторые факты ребята узнали впервые. Например, как оградить себя от нежелательных звонков, особенно в приложениях-мессенджерах. Те, у кого уже есть фундамент киберзнаний, закрепили теорию на практике. Ну, я считаю, то, что если человек умен, он не будет заходить ни на какие ссылки, он будет правильно искать все в интернете, новости, которые ему нужны, он их найдет, и главное не податься на фейк-ссылки. На это и рассчитан всероссийский проект «Цифровой ликбез» – научиться ориентироваться в глобальной сети, осмысленно подходить к использованию гаджетов. Подобные уроки проходят в Ульяновской области второй год. Программа занятий составляется специалистами компаний-флагманов отечественной IT-индустрии. Вот есть еще одна программа, которую мы сейчас запускаем в рамках правительства Ульяновской области. Планируем запустить с Ростелекомом, сейчас идут переговоры. Запускаются фишинговые атаки, то есть на ваш телефон по вашему предварительному согласию, что в течение 10-12 месяцев будут запускаться, и вы должны правильно реагировать. После каждой подобной атаки с пользователем проведут тематическое занятие. Когда проект запустят, он дополнит уже имеющийся план мероприятий по цифровой безопасности. Александра Никитина и Сергей Кудаков, Улправда ТВ.